Доброе утро, дорогие друзья, все любители мини-футбола, в особенности любители корпоративного мини-футбола. Мы начинаем очередной турнир первенства Москвы. И играет у нас сегодня конференция А. 14 команд будут встречаться между собой. Каждая команда проведет по нескольку матчей. И сейчас на поле РСВО и Гарант Энерго. Сразу обращаемся мы к турнирной таблице. 14 команд разбиты на 2 дивизиона. И РСВО и Гарант Энерго у нас играют в дивизионе номер 1. Дивизионе более сильном, более профессиональном. Ситуация в таблице следующая. На первом месте идет Русал 6 игр 16 очков. На втором Газпром Интернешнл 5 игр 13 очков. То есть Газпром Интернешнл слышит и победу в шестом матче может стать тоже 16 баллов. А на третьем Гарант Энерго 6 матчей 12 очков. РСО 5 матчей и 10 набранных баллов. Так что в случае победы РСО у нас может обогнать и Гарант Энерго, и Газпром Интернешнл. Но опять помним, что у Интернешнл будет одна встреча в запасе. А в том случае, если у нас Гарант Энерго заберет победу в 3 очки у РСО, тогда отрыв лидирующей тройки будет более ощутимым. Пока 5 команд идут достаточно ровно. На пятом месте Пумас, который после 5 матчей 10 баллов. Это тоже результат, как у РСО, но по личным встречам разница забитых. По разнице РСО лучше. Была ли у них личная встреча? Да, была закончена случайно за счетом 1-1. Личная встреча лидера этой мощной борьбы выиграть не смогла. Формула поединка меняется. Два тайма по 10 минут. Минута перерыв между таймами. Дополнительный тайм может взять каждый из команд, но только один такой тайм-аут можно взять за игру. Пока команда пытается нащупать свою игру, всем составом не переходят на чужую половину поля. Без труда вернулся Демет. Удар от ворот. Диагональный перевод на Петрова, тот бьет немного не точно. Он удар полунавес на время, на голову отходит. И теперь уже отворот. Будет бить РСВО. Там в рамках правил коробочка, это обычная борщ. Защитники. Протага окончена.
Гарант Энерго, 3-3. Вратарем 1-0, Гарант Энерго выходит вперед. Восьмой отдал 14. Желтая, за что было? Ну, уже все и здесь он справляется со своей работой. Нарушение правил рядом со штрафной. Летел мяч над перекладиной. Заходи! Лапкин, ну хорош в отборе. Продавил соперников. И здесь оставили мяч под удар Петрову. Все больше ударов мы видим по воротам Гарант Энерго. Витский свободен в центре, получает мяч. Играет на выходе, головой выносит мяч. Прием требует определенной самоотверженности. Да, нельзя было вторую передачу повторить.
Артем, звучит. Финальный свисток 1-0. Второй тайм начинается. Было нарушение практически на линии поля, но тем не менее это фол. Второе нарушение РСВО при одном у гаранта нет. Задача нанести удар или прострельную передачу низом сделать. И второй фол гарант энерго. Быстро разыграли. Штанга. Рукой выносит мяч за пределы поля. Давай, давай. Держи, держи.
самоотверженный выход вратаря РСУ. По нарушениям правил тоже сравнялись команды 3-3. Жаль, что фолов пока видим больше, чем голов. Но это так всегда. Не стоит сильно расстраиваться. С вратарем можно сыграть. Провалилась сейчас оборона. РСО на вратаре исправляет ошибки своих товарищей по команде. Геометрически правильно разворачивалась атака. Подложенный фол у гаранты НРК, четвертая ножка. Шапа! Мать! Все, середине! Зод! Руки! Руки убираем! Шапа! Вперу! 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 Если чисто, Крицкий остановился, показывал, что на нем фолинит. Один-один, ничья, который не устраивает команд. Игра рукой. Желтая карточка третья. Какой там номер? Видел желтую карточку? Рановат пошел в отбор мяча. Еще разыграть не успели. Должен был мяч не выносить, но Гришки решил перестраховаться. Вчера ты не дулось. В чем? Нет, потом вторая смена придет. Кто придет-то мешать? Азербот лысый придет и этот обезжиренный Волков. Волков, я понял, а что за Азербот? Ну, здесь, да, не было. Сегодня познает Нардеу. Да, кстати, да. Испытание России. Сразу двой, короче. Да. Давай там, Лёш. Убегайтесь еще. 1-1, чистая минута до конца встречи.
принципе, вынуждены отыгрывать назад. Досадная потеря мяча и росло. Здесь мяч летит, надо подниматься. Андрей, бей по воротам, да! Сядьте ко мне, ну, Андрей, ну так не сделал. Вахулин. Ну, некому пасовать. Последний шанс, чтобы отличиться. Удар издалека. Звучит финальный свисток 1-1.